Вот все. А на какой заставке вы были? Последний клоун, да, честно? Последний клоун. Вышли по чьей рекомендации или просто? Нет, я попала случайно, потому что меня пригласили. Ну как, эти задания ваши были оправданы? Ну, в принципе, да, честно говоря, я ожидала Андрея Соколова. А его не было? Да. Ну, ты компенсировалась чем-нибудь другим? Вообще спектакль интересный, музыкальный. Ну, на мой взгляд, вот, главный герой немножечко с дикцией проблемы. Вот у этого актера. Это замена была. Да-да-да. Нет, я так поняла, что это не замена, это два актера, которые играют одну и ту же роль. Понятно. Вот, я, честно говоря, вот этого актера первый раз видела, поэтому не знаю, фамилию не запомню. Понятно. А почему у нас знакомый один постановщик? Вот ваше мнение. Стоит на нее идти знакомым коллегам? Я думаю, что стоит. Это по типу мюзикла немножечко сделано. Все порекомендовали к этой. Я считаю, что да. Все, спасибо большое. Да не